День сотрудника органов внутренних дел России в Хангаласском Улусе выбрали лучшего участкового полиции. Жизнь людей, посвятивших себя борьбе с преступностью, постоянно находится в опасности. Подробнее о представителях профессии расскажет Иван Уйгуров. На торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в Хангаласском Улусе, в культурном центре Саргатыгыта собралось много народу. Лучший участковый инспектор Игорь Батыгин работает в отделе 2008 года, а участковым с 2013 года. У нас оцениваются итоги работы, то есть раскрытие преступлений, административная практика, в общем, оперативно-служебная деятельность вообще, в общем, в целом, профилактика, знание участкового среди населения, ну, проводится опрос. Все у нас участки сложные, таких где-то легче, где-то сложнее особо нету, но в основном все участки одинаковые. Ну, сложности свои есть, конечно. Служба полиции во все времена требовала особой выдержки, самоотверженной работы и всегда требовалось, чтобы на помощь приходили тем людям, которые нуждались в защите. Профессионализм сотрудников очень важен в борьбе с преступностью, коррупцией, противодействии терроризму. В течение 2016 года, значит, на территории Хангаласского района наблюдается снижение совершенных преступлений по сравнению с прошлым годом. Основная работа по профилактике у нас возложена на участковых уполномоченных. Вся нагрузка по профилактике преступлений, работа, значит, на своих административных участках возложена на участковых уполномоченных. Ну и, значит, работа по обеспечению охраны общественного порядка возложена у нас на подразделение патрульно-постовой службы, подразделение ГИБДД, части которой, значит, обеспечение в сфере безопасности дорожного движения, значит, тоже на настоящий момент у нас имеются значительные подвижки в улучшении. Сотрудникам правоохранительных органов должен быть человек с горячим сердцем, чистыми руками и холодной головой. Иван Уйгуров, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский Улус.